The following video is going to be on Russian language. This is unreleased footage from our roast of famous Russian video blogger Ruslan Gitelman and the truth, whether they're fake or not. For our English speaking subscribers, we recommend to watch one of the suggested videos that are going to pop up during viewing, or simply enjoy our emotions and energy. Нас Руслан Гитлеман позвал все в гости. Мы супер заряжены. Руслан, привет! Как дела? Здравствуй! Рад тебя снова видеть. Спасибо, что позвал нас в гости. Конечно. Мы находимся... У нас экскурсия по... Да. По дверь забыли закрыть. Света, узнаем, Руслан. Вот это знакомый бэкграунд. Здесь передавали привет московским видеоблогерам и был обзор на баганский фильм. Здесь ты снимал видео в этом... ребятам в Москву, да? В Кузьме. Вы трансляции здесь ведете, да? Да. Так. Вот он компьютер. Кто еще знает это место? Кто смотрит, следит за каналом Руслана? Это комната съемок трансляций. И где происходит часть балдежа. Но не весь. Сегодня уже достигла 74 тысячи. Да, было вчера 600, по-моему. 600 или 700. Кастинг невес набрало 300. Потом у нас вот все по порядку как раз. Потом ужинаем беляшами. Да, сам идет. Стиля по бутылкам, это, кстати, вот это крутое видео. Да, оно закрыто сейчас. Степень опасности 7. Степень потом опасности уже 200 7. Достиглось. Либо это они блокировали канал, потому что вот ограничений не было выставлено, да? Нет. Шашлыки, батя и сами там тоже 120. 6. Смотрим дальше, просмотрим. А это закрытое 2. А вот за это страйк был, его восстановили. Какое? Раз, а, обзор соляй, ну это топ-5 лучших сигарил. И у него аж 126 тысяч просмотров. У Руслана тоже большой номер. Здесь я приближу, секундочку. Не-не-не, вот сколько. Ну да, я говорю... 12895. Друзья? А это тут просто заявки. Да-да-да, 2000 заявочек. Вот, я сейчас заценим. ТСД. Ага, антихайпа. Вот это круче даже, чем просто песня. Антихайпа. Сейчас дальше покажу, еще круче. А это еще круче, потому что тут сзади с экраном. Будет показывать что-то? А? Будет записывать? Сзади с экраном. Это еще круче. Но это запись телефона не видел. Круто, что они сделали. С экраном еще тема. Сзади просто экран. Вообще, да-да. Круто, что сделали. То, что они показывают видосики. А я страшно на что мать. Молодцы, парни. В общем, давайте, Руслан Гитлеман, охуительный трек. Про моего любимого видеоблогера. Трючок, отлично. Балдеж. Это еще круче. Он будет тему кавер делать? Он будет слушать, он песни слушает. Руслан Гитлеман, безупречный и великолепный балдеж. Он, кстати, попал около 5 каналов. Попробуй тоже поймешь. Будем смотреть видос. Тренировка с палкой второго уровня. На курсе 2, смотрите. Руслан, я бы, знаете... Здесь что изменить? Не знаю, мне кажется, это не второй уровень. Это как минимум 10-й. На втором уровне вообще смотрите. Ё-моё. И это всего лишь скорость номер 2. Если поставить номер 3 или 4, то там вообще будет супер. Поэтому это не второй уровень, а как минимум 80-й. Вот, тема, ну мастер. На самом деле, даже в оригинале ты довольно хорошо управляешься с палкой. Там все очень-очень гладко. Мне в 2 скорости нравится, это вообще тема. У нас поэтому сразу ассоциация, что... что, не знаю, смотрел фильм, наверное, эти... Мультик «Кунг Фу Панда». Не-н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 е-
Золотой крест, да. Гендальф отдыхает. Ребят, скорости 2 только надо. Как вам больше нравится, скорость 1 или скорость 2? Нет, скорость 2, но если еще не видели, включите, пишите видео на скорости 2. Да, и пишите ответы в комментариях. Пришло время расставить точки над комментариями, которые мы видели у себя на канале. О магической кнопочке. По поводу кнопочки розыгрыша. Кнопка была вручена позавчера, в наш день рождения, 24 октября. И некоторые люди говорили, что это постанова. Руслан, тебе вообще понравилось? Ну, конечно. И мы хотели сказать, типа... А что у нас сделано? Она сделана из... Это мы заказали, нам формочку сделали из пенопласта. Мы ее покрасили, ну, бэкграунд сделали. И вот буквы реальные, как и святуга. Заказали в управление, попытались сделать максимально подобный. Конечно, мы понимаем, что вышло там... А, с Димой позвонил. Вот. И, Руслан, с вами мы еще хотели сказать, что там писали, что это постанова. Ты, ну, ты можешь что сказать по этому поводу? Готовились мы... Тема, конечно, старание, не только. Это не была постанова. Ну, это понятно. Это было... Мы даже не были знакомы в тот день. Поэтому это была не постанова. Были комментарии, кстати, хейтерские. Ребята, те, кому не нравится, извините, пожалуйста, но мы ничего плохого не сделали. Самое главное, розыгрыш свободу, Руслану понравилось. Мы хотели все сделать по-доброму, и она теперь у Руслана.
Руслана. И Руслан первый обладатель кнопки в Республике Кассер. Первый такой кнопки и первый, который еще придет. Ну, неужели это не балдеж? Это самый настоящий балдеж. А если вы еще не видели видео розыгрыш, посмотрите его у нас на канале. И когда это видео вышло, посмотрите видеообзор на кнопку у Руслана. Да, у Руслана канал. Видео тоже есть в сети. Я сейчас покажу. Пришла кнопка на 100 тысяч подписчиков. Ох, как классно! Там YouTube на меня надеется, что я наберу. Это классно! Вообще тема, вот она, посылочка. Из Гугла, из Ютуба. Хотели сказать спасибо, что Руслан нас позвал. Все подписывайтесь на канал Руслана, ставьте лайки. Всем хорошего настроения. Смотрите розыгрыш и обзор Руслана. Всем привет, пока-пока.